Филатов и Карась. Мимо меня. Мимо меня. Или Карась. Наверное, рэп. Нет? Рэп. День прошел и уходит ночь, как мечты твоих улетают прочь, как надежды тают на ветру к утру. Это что, Турция? Ну, не знаю, наверное. О. Тает лед и трава сойдет. Это что, не в бассейне. Мы в бассейне погрузились. Это Лувр. Проносится мимо. Тут прям, видишь, с переходами продумали. Хорошо с переходами сделали, да. Да, интересно. Прикольно. Мне это понравится. Да. Ага, хорошо. Это заранее подготавливали, ну, в смысле, раскадровку, я думаю, что потом на монтаже правильно скомпоновать. Что обычно такое заранее продумывается. Да. Да-да-да, я так и думала, что тут переход с часы на часы. Ну и что-то, видно, по ходу дела рождалось, какие-то переходы. Склейка только не очень хорошая. Не, в некоторых моментах хорошо прям. В некоторых... Не, нормально, что, смотри, тут хорошо. Даже песню не слушаю, честно. Больше смотрю на переходы. А ты? Ну да. Есть какой-то автор на ютубе, как-то его зовут Сэм Колдер или как-то так, я точно не помню. Короче, у него был ролик, вот, мне кажется, очень сильно им вдохновили, но он как раз тоже в путешествие ездил, у него были ролики, называется «Мой год». Mm-hmm. У него там по разным годам такие есть ролики, и он делал под песню вот эту вот... «Мимо меня». «Hymn for the Weekend», нет. «Мимо, вот мимо, вот... мимо меня». Нет, у которого... «Мимо, мимо, мимо». Или не «Hymn for the Weekend», ну, короче, какая-то то ли Coldplay, какая-то композиция была, я помню, тоже какой-то очень популярный ролик, я тоже очень много его смотрела, и когда тоже, знаешь, монтажом занималась, этой съемкой, тоже смотрела какие-то такие вот приколюхи, потому что мне тоже нравятся такие переходы, это, ну, интересно смотрится. Но должно быть меру такого, мне кажется. Вот. Ну, тут, в принципе, как бы крип на этом построен, поэтому как бы гармонично. Но. Прямо насыщенный отпуск. Я же завидую. Прям куча стран. Замедлите время. Знаешь, что не хватает? Я поняла, что не хватает. Что не хватает? Когда переходы звуковых эффектов иногда. А-а-а, вот. Точно. Я думаю, что-то не то, что-то чуть-чуть не то. Короче, когда... Не обязательно в шух-пух иногда. Ну, такие допустим, там быть, часы, такие может быть, звук бы. Часов, какой-то да, да, тик-так, да. Где-то плеск волн, например. Где-то, когда погружение под воду, ну, это часто сейчас такой прикол, когда делают звук музыки, как будто из-под воды, например. Mm-hmm. И оно сочнее смотрится, мне кажется. Mm-hmm. Ну, это чисто на мой вкус, как бы такое вот, ну... Типа, если бы я делала, вот так, наверное, я бы добавила еще звуковых эффектов. Переходы, да, кое-где рисковатые. То есть нет такого какого-то супер такого расплывчатого, ну, чтобы видимо, ты было сложно скомпоновать. Переход в наверное, просто что-то новое. Видимо, просто где-то было, наверное, сложно склеить, потому что, видимо, кадры сложно накладывали. Но если было бы везде в шухе, было бы слишком. То есть как бы время от времени, наверное, да? Слушай, ну, поездка прям была такая насыщенная. Ты реально, знаешь, посмотрел такой... Завиделся. О, холмы. Ну, это типа переход с гор на груди. Нормально. Ну, а низ не был такой какой-то плавный, чтобы ты прям как-то резко как будто переключился. Ну да, ну ты типа так снять специально. Слушай, ты места прикольно побывали вообще. Причем в разные поры года, как будто зимой. Теперь сколько они вообще-то клип снимали? Или это у них просто так получилось? Поездка и заодно решили клип сделать?